Здравствуйте. Едем на геодезическую. 45. Так начинается очередной вызов для барнаульского автоволонтера Алексея Бектимирова. Ему 44 года, родился в Барнауле, долгое время жил с семьей в Мурманске, потом вернулся на малую родину. Сейчас трудится в охранном предприятии. После ночных дежурств другой бы на сутки отправился отдыхать. Но Алексей с утра пораньше уже подъезжает к поликлинике. Я приезжаю, забираю здесь врача с этой поликлиники, педиатра Елену Геннадьевну, и мы едем на Солнечную Поляну по вызовам. Там дети, младенцы, еще кто. Я как водитель. Где-то, по-моему, реклама прошла, мы вместе. Вот, и я подал свои данные. То бишь у меня получается, что когда первая вспышка была, я не смог ездить, а машина была сломана, а на вторую откликнулся. С педиатром Еленой Сисковой Алексей Бектимиров в день выезжает на несколько вызовов. Врач должен посещать больных детей на дому. Участок большой, пешком успеть ко всем пациентам вовремя нереально. Особенно актуальна помощь автоволонтеров сейчас, в пандемию, когда весь имеющийся в распоряжении медучреждений автопарк занят оперативной работой на передовой борьбы с коронавирусом. Такая помощь нужна нам, она очень нам в помощь, потому что ходить приходится очень много, вызовов много. Ну, спасибо Алексею. Да, он каждый день приезжает, когда свободен от работы. Штаб волонтерской акции «Мы вместе» открылся 26 марта. В Алтайском крае работают более 200 волонтеров. В основном это студенты медицинского и других вузов. Они помогают медикам в поликлиниках и стационарах. Средний возраст автоволонтеров старше 30. Это взрослые люди, готовые пожертвовать свободным временем и общением с семьями ради общего благого дела. Благодаря поддержке акции со стороны властей, автоволонтерам компенсируют затраты на топливо. Это у нас при поддержке Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» и депутатов. Мы выдаем транспортные карты, где автоволонтер может заправиться бесплатно, ну то есть по этой топливной карте. Конечно, мы тоже рассчитываем, сколько у нас автоволонтер примерно проехал по часам и, соответственно, примерно сколько он должен тогда заправиться. Чтобы стать волонтером акции «Мы вместе», нужно зарегистрироваться на сайте добро.ру и подать заявку. После этого с вами свяжутся координаторы регионального штаба. Говорят, друзья познаются в беде, а в сложные исторические периоды свои лучшие качества обычно проявляют по-настоящему благородные люди. Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга. Новости.